Мало кто знает, но с 21 июня по 13 августа в Нижегородском государственном художественном музее проходит выставка «Художник и сказка». На выставке можно увидеть различные скульптуры, статуэтки, посвященные героям сказок, а также настоящие шедевры отечественных художников, прибывшие к нам из других музеев страны – Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь и Садко Ильи Репина, и известные всем картины Виктора Васнецова – «Снегурочка», Иван Царевич на сером волке, правда не оригинал, а авторский повтор, но тоже очень классный, не менее красивый. И знаменитая царевна лягушка, а также целое собрание картин Николая Рериха, включая знаменитую композицию «Илья Муромец и Соловей разбойник». Она привлекает особое внимание у посетителей. Ну, понятно почему. Вот, обратите внимание на то, как она выглядит. Но главными экспонатами выставки, безусловно, являются общепризнанные шедевры Виктора Вознецова. Ковер-самолет. Так эта картина выглядит вблизи. Просто потрясающе. На самом деле, можно смотреть часами. Но еще больше мне нравится следующее. Баян и «Витязь на распутье». Вероятно, самые известные работы Васнецова, и я очень рад, что они приехали в наш музей. Это действительно очень круто. И размеры полотна, если брать баян, они просто поражают. Но «Витязь на распутье» — это картина, на которую я лично смотрел, наверное, целый час. Вот то, как она выглядит, это потрясающе. И сейчас у нас появилась такая уникальная возможность увидеть ее вживую, и я призываю всех нижегородцев воспользоваться этой возможностью, потому что неизвестно, когда она появится в будущем. Рядом с картинами можно фотографироваться, и вот такие прекрасные фотографии на память у вас могут получиться, но не забывайте о том, что нельзя при фотографии использовать вспышку, и нельзя приближаться к картинам менее чем на 30 сантиметров. Также у нас есть прекрасный зал Левитана и Николая Рериха на третьем этаже и зал с древними иконами на первом этаже внизу. Входной билет стоит всего 300 рублей, и за 300 рублей можно посетить все экспозиции. Так что, дорогие друзья, приходите, смотрите, любуйтесь до 13 августа.